Людмила Максимовна живет в доме около полувека и говорит, что на ее память соседи всегда жаловались на состояние крыши. После каждого дождя у жителей верхних этажей появлялись разводы на потолке. Люди жаловались без конца во время дождей, заливало, особенно пятые этажи. Это как правило. Проблема жильцов была больше с разрушением самого покрытия. То есть шифер, которым было много лет, он потрескался. Его восстанавливать сложно. Периодические ремонты, они мало к чему приводят. Теперь у жителей дома появилась новая крыша. Цена вопроса около 3 миллиона рублей. Средства привлекли из фонда капремонта. По словам строителей, теперь кровля протекать не должна, а зимой будет проста в обслуживании. Гарантия не менее 5 лет. В следующем году в Новоалтайске запланировано провести капитальный ремонт еще в 16 домах. Темпы работ будут зависеть от платежной дисциплины собственников. А она в некоторых городах и районах края хромает. Программа действует с 2014 года. В настоящий момент отремонтировано 223 дома, что составляет больше около 70% выполнения. До конца года мы выполним план 100%. Будет отремонтировано по Алтайскому краю 333 дома. В целом программа капремонт рассчитана на 30 лет. Главное дождаться, пока очередь дойдет именно до вашего дома. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.